Столичная команда Red Devils, которая выступает в серии отечественного чемпионата по мини-футболу, завершила свое выступление в международном турнире Eurocup. Первенство проходило с 12 по 15 сентября в Северной Италии в Линьяно-Сабадоре на побережье Адриатического моря. Финалист прошедшего Кубка Молдовы попал в группу D, в которой также играли команды из Румынии, Испании, Израиля и Сербии. Дебютное выступление в соревновании для молдавской команды вышло скомканным. Red Devils проиграл все 5 матчей в своей группе и занял последнее место. Разница забитых и пропущенных мячей 5-28. Тем не менее, несмотря на общий отрицательный результат, выступление Red Devils можно занести в актив. Команда получила неоценимый опыт. А в матче против победителя группы румынского клуба со звучным названием «Ювентус» из города Сибил молдавские игроки повели в счете, забив 2 гола на старте поединка. Однако более опытный соперник не только сумел сравнять счет, но и одержать в итоге победу со счетом 7-2. Еврокап – это второй по значимости клубный турнир в Европе по мини-футболу после Лиги чемпионов.